натурально. Ребята, не бойтесь. Да, и ты маленькая. А тебя как зовут? Ребята общаются с собаками корги, гладят их и обнимают. Сегодня они очень счастливы, ведь они ждали хвостатых гостей и готовились к их приезду. Они рисовали рисунки, они учили песню. У нас у корги отряда есть гимн. Все очень радовались, столько положительных эмоций, просто дети счастливы. На встрече также присутствовали волонтеры партии «Единая Россия». Корги-собаки, они достаточно тактильные собаки, контактные, они очень любят, когда их гладят, они очень любят играть с детьми, и поэтому мы будем проводить так называемую корги-терапию. Дети их очень любят, вот мы уже сейчас с порога это заметили, а это только начало. Ребятам показали фильм о соблюдении правил пожарной безопасности, об отряде корги, Маруси и друзья, чья визитная карточка «Добрые дела». Спонсором встречи выступил гипермаркет «Глобус». На постоянной основе уже много-много лет мы выделяем всегда 1% от нашего товарооборота, товаров собственной торговой марки. Соответственно, мы перечисляем на различные там, не знаю, мероприятия, да, там, либо это лечение детей, либо это какая-то реабилитация, либо прохождение какого-то обучения. Все ребята получили подарки. На память о теплой встрече сделали общее фото. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.